Всем привет! Мы снова с Мади на рыбалке. Приехали на это же место, как на прошлой неделе. Попытаем счастье, где щука провожала, но не клевала. Правда, что-то никого нету. Ветерок. Да, это только мы, наверное, такие отморозки. Потому что холодно, ведь ветер он уже с утрика. 7 часов утра. Но все равно сейчас поплывем, попробуем. Все сниму, все покажу, конечно. Может, все-таки поймаем что-нибудь. Знаю, что со звуком, конечно, будет хреново, ветрище. Короче, у Мади щука сорвалась у лодки, у меня вообще срезала блесну. Не знаю, какой размер был. 20 сантиметров поводок. Я даже камеру не успел включить. Вот такой вот шторм начался, зараза. Народу никого. Вообще смс-ка прилетела вчера, что 20 метров в секунду будет. А! Фига себе. Да? Такая же. Смотрите, что творится. Приехали, там была волна, ничего, так выплыл более-менее терпимо, а тут... Так что не знаю. Сейчас пробуем. Но смотрите, вот такой пассажир взялся на вращающуюся блесну в отвес. Я вот так просто ее опустил. Думал, трава что ли, раз, смотрю, опушарик. Ладно, этого отпустим, маленько мелковат. Пусть живет. Ну, хоть что-то. Первый пошел. Хоть что-то, но... Беленькая лоска, двоечка. Вот такая вот. Поди, что-то зацепил. Давай. Томи, томи, сразу не вытаскивай. О, хорошая. Тихо, тихо, тихо. Леску много не выматывай. Так, что-то зацепили. Мади на воблер. Первый раз вижу на воблер. Первый раз. Не торопись, не торопись. Хорошая щука. Где фрикционная? Есть. Хорошая, давай. Нифига там крокодил. Подожди, подожди, пусть. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Не торопись, она не встала. Твою мать. Тихо, тихо, не матерись. Ну это двуха. Тихо, мать. Тихо. Извините, я не буду запикивать, но это эмоции человека. Давай, посмотрите на счастливое лицо. Китайский воблер, блядь. Смотрите, за 800 тенге китайский воблер. Блесны кидали, нифига. Красавчик. Пацак, бля, вот. Да, видал, в пацаке сошла, хорошо я вовремя. Да? Ёб твою мать, да. Все, тихо, тихо, не матерись, извините, люди. Да насрать. Это эмоции. Смотрите, счастливое лицо. Ё, вот это трофей, подпода. Да, твой? Ты больше же еще не ловил? Не. Ну это двуха, это минимум. Ну-ка, подожди. Ты смотрела, свалит. Доставай садок, она свалит, она сильная, я тебе говорю. Садок засовывай, потом на берегу сними. Не доставай, садок достань сначала. Она может свалить. Держи. Даже, кажет, китаец рулит. Не торопись, доби. Есть. О, хорошая, да, тоже. Ну, нас мы утопили пацан, короче. Блин, я еще воблер. Я не смогу взять ее. У меня воблер сам вышел. Так что доби, пусть устает. Так, ребята, а то покупают воблеры по 5000, там, вон 800 тенге китайцев, даже первый не знаю. Хорошая, да, воблера? О, хорошая, да? Опять, нифига там опять слоняра. Тихо, тихо, только Мади без матов, ладно, хорошо. Томи, томи, она когда уляжет вообще, без свечек, да, это тоже кто-то. Офигеть. Так что зря, ребята, вы дома остались. СМС-ки у вас, вон она под тобой, вот она. Нифига. Нет, это поменьше. Ты много лески вымотал, как ты будешь это доставать? Леску вставать. Как ты будешь? Не достанешь. Да? Лески много вымотал, ты не достанешь их. Спиннинг-то длинный, оставляй столько. Вот теперь подтягивай спиннинг. Чуть-чуть подмотай. Ты же смотри, какой он длинный. Все, его теперь подтягивают. Подожди, давай я попробую. Бля, она что, не устала, нифига. Тихо, тихо. Давай. А я хорошо вроде сидит. Не, это поменьше. О, ну это все равно под полторашку.
Молодец, красавчик. Ну, вот такие вот щучки нехилые. Блин, ветрище, ужас, зараза. Не знаю, попробуем еще выплыть, сможем, нет. Блин, звук, извините, конечно, но я ничего не могу поделать, такое ветрище. Ну, штормина, блин. Офигеть, и ветер холодный. Ну, ничего, мы не сдаемся. Мы же рыбаки. Блин, смотрите, ребята, какой шторм. Офигеть, переехали на другое место. Вот такой шторм на Каменском. Хотели в заливе нашем попробовать, но тут вообще задница полная. И там такая же. Смотрите, какой штормина. Ужас. Мы с Каменского приехали на Пролетарку попробовать. Там вообще шторм. Че? Сейчас попробуем. Я думаю, все узнали Пролетарку. Здесь дует, но поменьше. Лодку уже собрали, не будем. Так попробуем, покидаем. Эти места какие классные. Вроде и глубина, камыш, тут все есть, коряги. И ни одной поклевки. Ну, я не знаю. Сами видите, в этом году что-то клев не очень. Ну, Мади сегодня отличился. Китайский воблер за 800 тенге. Две нормальные щуки. Кстати, первая, не знаю, он дома взвешивает, у нас весов нету. Ну, она задушница, точно это. Два с чем-то, блин. Хорошая щука вообще. Это его трофей. У него килограмм было до этого на Каменском. Вот теперь уже это. Ну, вторая где-то полторашка. Плюс-минус там. Ну, для новичка это нормально. Так что уже все. Новичка уже, можно сказать, в нормального уже спиннингиста. Конечно, не персонал, но пойдет. Смотрите, какие места, блин, вообще классно. Ну, конечно, это все, наверное, бобры тут творят. Как обычно. Блин, ветрище, за звук извиняюсь еще раз, понимаете, но я ничего не могу сделать с ветром. Ладно, еще покидаем минут 20-30. Что-то опять похолодало, вроде солнце вылезло, потом опять холодно. Короче, в этом году осень вообще стрёмно. Бля, ребята, ну завязывайте уже, блин, наконец-то срать. Где рыбачить, сколько можно, да я обычно это не снимаю. Ну, весь берег. Вы же все на машинах. Что, трудно до Таврии довести и выкинуть? Вы что творите-то? Как вы сами будете рыбачить? Представьте, что здесь через 5 лет будет. Будете тут сами по мусору топтаться. Блин, весь берег. Офигеть. Такой классный водоем. Сами рыбы нет, там еще что-то. Экологию нарушает. Все там, заводы виноваты. Вы сами что творите? Два дня. А две щучки. Вот такие, да. Кайф. Нормально. Ты доволен? Сегодняшняя рыбалка, да? Счастье, полные штаны. Да. Блин, вот если бы это не ветер, может быть. Смотри, здесь-то поменьше, да, ветер? Если бы там так же было, я думаю, еще бы поймали. Ну ладно. Что, будем прощаться, ребята. До новых встреч. Не знаю, по открытой воде будут еще рыбалки. Нет, сами видите, какая погода уже. Фиг его знает, может, зима скоро наступит. Ладно, давайте. Подписываемся на канал. Думаю, все равно будет. Еще же зима впереди. Даже, может, еще съездим по открытой воде, если маленько там потеплеет, погода наладится. Давайте, ребята, все, не мусорите. Убирайте за собой мусор.